Так, народ, в этот замечательный солнечный день. Плюс 16 целых. Состоялось светлое событие, которого мы ждали целый год. Мы выкатываем головастика. Наконец-то. Прошло и поллета. Ура! Почти что получилось. Ну вот, ребят, осталось прикрутить номера на прицеп, потому что с номерами он не выезжает. У нас угол большой, подъема из гаража. Приходится моторы поднимать в упор прямо. Сейчас опустим моторы в транспортное положение. С гидравликой оба. Ну все, ребят, мы готовы, в принципе, к перегону. Через 2 часа, я думаю, будем уже на воде. Тем более погода-то располагает. Эх! Не видно, да, этих гусиной кожи? Вон они, ярко выраженные пупырышки. Выпупырышки. А что, жена сказала, домой не возвращайся без солнца. Мы, говорит, дня через 4 к тебе приедем. Хотим уже по Волге походить. Сейчас вот будем с Мишкой солнце нагуливать. Будем лопатами его нагребать. Так, а у нас небольшая заминка, забыли залить воду в расходный бак. Все, ребят, открываем сезон. Летних вещичек набрали. На улице плюс 17. Красота просто. В заглядение. Ну что, народ, Василич уже на воде, я немного задержался в карусели с провиантом, но с другой стороны я подойду, а лодка уже на воде, уже плюс. Ну что, ребят, мы прибыли к месту слепования, как обычно это река Хоча, такой здесь срач от отдыхающих. Молодцы какие, качественно все засрали. Уровень низкий достаточно на воде. Ну, засад никаких нет у нас, липы. Никто его не разбил. Все равно подсушивается все. Так что будем пробовать. Итак, сброс лодки на воду. Поплыл наш головастик. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Ну что ж, ребят, в принципе, проверили систему. Проблема у нас только с водоснабжением, но будем ее решать. Вам покажем. Газ работает, все остальное работает. Кушаем яишенку будем сейчас. Мишка голодный. Солнечная батарея у нас работает. Сейчас вот при таком освещении, сейчас солнце за тучку зашло, 1,5 ампера дает. В принципе, работает холодильник.
и хватает на то, чтобы компенсировать работу холодильника нашей солнечной панели, что уже неплохо. А так она в хорошее солнце дает до 5 ампер зарядки. Тоже неплохо. Что ж, будем... Смотрите, какую красоту нам. СХВ-5, алмазка от компании Геба. Ну, Геба — это дорогие ножи для дорогих людей. А тем временем Ишенка шуршала, шкваршала. Судаки нас заждались уже, поди. Судаки, да. Как раз мы сейчас на вечерний клев попадем, да? Прекрасно. Потом встанем на ночевку, отдохнем, а завтра у нас будет интересно. Да. Давай, Мишаня, с открытием водного сезона. Ура! Да? Вкуснятина. Тихонько улыбиться. Миша, а что ты не закрыл-то, ёлки-палки? Кого? Так, ребят, стряслась у нас беда. У нас сломался, вон, смотрите, лопнула труба. Как она лопнула, так вообще непонятно. У нас морозов она не видела, ничего не видела. Короче, Китай, блин. Китайская колонка газовая, маленькая. Мы ее, конечно, заменим, но сейчас-то надо починить. Сейчас надо как-то ходить на ней. А у нас вода, блин, здесь не перекрывается. Мишка так серьезно все сделал, что не перекрыть. Да. Сейчас будем, знаете, что испытывать, смотрите. Это... О, блин, тут вода и в батарейном отсеке везде. У нас вода, Миша. Батарейкам купец? Да, наверное. Так, ну что, попробуем заварить. Зажгем. Прижимаем. Ну все, посмотрим, что получится. Все это. Сера, блин. Ну, посмотрите, какая красота. Сбросили лодку, солнышко вышло. Природа прям радуется, что мы головастика повезли на воду. Посмотрим, что с рыбалкой будет у нас в этот раз. Начало сезона, хорошо не спеша пройтись в водоизмещающем режиме, посмотреть на прекрасную речку красивую. Речка действительно красивая, зеленая вся, чайки вон летают, рыбку ловят, гусятки вон купаются. Лучше без не расспросить.
ночах тебе, когда зимовка кончится. Олени в НАТО, самолеты и такси. Ну что, Мишаня, прям до судачных мест сразу, да? Да. Да, капитан. У тебя не тесные шорты? Нет, капитан. Тесные. Нормальные у меня шорты. Здесь дорога проходила. Это хорошо. Что, будем выбирать наживки? Что их выбирать? У нас оранжевая рапала дигдансер. Все. Фурева. Самая крутая штука. Это вот это вот. Вкусняшка. Если на него не ловится, то можно вообще не рыбачить. Зря времени потратить. Знаешь, вот если бы не крючки, я бы съел. О, да. Рапала дигдансер всех расцветок. Вот она, рыжая. Ну, здравствуй, рыжая. Можно зеленую поставить. Такую. Давай зеленую поставим. На твою зеленую ставим? Да, зеленую поставим, если что, поменяем на рыжую. Давай, сейчас поставлю. Вот это, ребята, у нас управлялка курсом. Раз, и на градус пошли правее, на два. Вот, вернем на место. Вот так и рыбачим. Есть? О, ребята, Мишка поймал. Судачка. А, оторвал. Отцепился? 20, по-моему, был такой. Оторвал, блеснул? Нет. Ох, ребят, непонятно, что зацеп был или поклевка была какая-то мощная. Да зацеп это был. Зацеп, скорее всего, за какой-нибудь. Некому тут так мощно клевать. Оборвался у нас поводок, леска, все оборвался. Но забрали у нас, забрала Волгу у нас воблер зеленый уловистый. Давай думать, что это был здоровенный самера. Ну вот, немного моросит дождь. Мы меняем приманку. Взамен утерянный зеленый ставим новую рыжую. Проверяем, как она работает. А, он зацепился. Зацепился. Воблер наш. Не работает вообще. Все. Пошло дело. Да. Это вам не это. Да. Надо какую-нибудь, не знаю, джигу-дрыгу, что ли, станцевать. В этом году у нас на катере немного нового. Мы очень были загружены вообще поездками, походами. Видите, опять мы только ближе к середине июля выкатили головастик-то на воду. Вот. А заниматься уж им вообще некогда было. Вот сейчас мы дня 3-4, наверное, позанимался Мишаней. Какие-то нововведения, то, что мы придумали для него, сделали. И все. И больше практически ничего не делали. Так там есть чем заниматься тут. После рукожопых мастеров, которые мне сделали эту лодку, таким этот катер я получил от Дмитрия Сабурова, который его делал и продал мне новый катер этот. Вот. Ну а так, чтобы вам было понятно, качество его отделки, вот, это кожа молодого дермантина, вот так вот сделано, вот. То есть тут третьеклассники, наверное, это самое. Вот, видите, склейки. Ну вот, как-то так. Слепи, брось, выкинь. В общем, поэтому лодку мы доводим до состояния, чтобы нравилось себе уже, потому что продать мы ее никому не продадим, у нас просто совести не хватит кому-то продать ее. А когда мы ее сделаем, мы ее уже практически сделали, осталось вот внутряночку чуть-чуть там где-то подшаманить, дверки вот эти поменяем там, на нормальные, не шпонды какой-то там, ну, красиво сделали все. Посмотрите, Мишанька, какой стол мне на день рождения подарил. Стол сам набрал, сам сделал. О, какая красота. Видите? Розу ветров сделал.
Вот так вот. Тематический столик получился такой. Вот, и вот в подобном стиле будем оформлять всю ее. Музыку хорошую поставили, очень хорошая музыка стоит. Вот. Солнечные панели, да дофига чего стоит на самом деле. У нас много чего. А Мишка вон, у Мишки рыбалка стоит, не ближе. У меня контроль за этими, за паркинсонами. Есть? Нет. Завелся? Да, наверное, мусоринка какая-то. Так, ребят, вот многие у нас спрашивали, как мы сделали управление вторым двигателем, докаткой. Докатка у нас вот такая. Это четырехтактный моторчик 9.9, Yamaha, супер длинная нога, редукция у него тяговая, специально для того, чтобы работать докаткой на судах до 10 там, метров. У него электростартер и электротрим. То есть все удовольствия. Ну, сами видите, вот сюда у нас машинка бы ну никак не встала, тут городить уже негде. Тут с горем пополам стала вот такая машинка. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. И мы сделали вот такую вот панельку. Мишка на скорую руку быстро-быстро слепил. Думали временно, а оказалось, что навсегда. Ну, вроде как. Можно еще компактнее все это разместить. Будет вот такая вот машиночка. То есть, что у нас происходит? Как мы управляем ей? Управляется она посредством Arduino и сервоприводов. Два сервопривода. Один переключает скорость, а другой работает газом. Программу для Arduino я заказывал, мне ее писали. Довернем. У нас работает автопилот. Здесь надо только следить за курсом. Работает триммер здесь. Ну и родная кнопка. Это стоп, это пуск. Это у нас подсос включается, но это общее зажигание. Самое интересное, это вот здесь вот. Нейтраль. Задний ход включился сейчас. Ну, и вперед вот передача включилась, и добавляем газу. Так, у меня... Там что-то наверху прям. Да, что-то какой-то мусор, наверное, попал мне. Может, и рыба. Да что-то трепыханий-то никаких я не чувствую. О, Мишка, тину какую поймал, классно. Солдат не умрет голодным. Качественную тину поймал. О, так это выдра. Нет, выхухоль. Качественный какой, смотри. Зеленый. Ты хватит жрать капусту-то. Че, поделиться, да, с тобой? Да. На, ешь. Мне не жалко, да. Дали нам воду. И вроде она держится пока что. Ну, воду дали. Вода есть. Сейчас посмотрим, может даже горячая у нас будет вода. Не, ну слушай, ну неплохо. Газом пахнет? Идет газ? Я не знаю, идет газ, не идет, ребят. Ну, блямба, это работает. То есть дырку мы заделали, запаяли просто. Сами не особо верили, честно говоря. Ну вот он взял, запаял. Нормально все работает. Как бы в полевых условиях пригодилось, да, Миша? Ну не говори, я честно говоря, думал, что ничего не выйдет. Так, а чьи это ноги? Что? Чьи это ноги? Ой, ничейные. Ну у нас на борту ничейные ноги. Так, опять чьи-то ноги? Что? Опять чьи-то ноги? Это ж мои! Василич, прикинь, пока ты ходил ягод кидать, тут какие-то ноги ходили у нас. Да ты чё? Представляешь? Чистые хоть нет? Не, волосатые, страшные какие-то. Чумазые? Да. Ребят, мы вам не говорили, просто Мишка тоже хочет на права сдавать гипс. Да, мне сказали, он сейчас учится. Начинай с этого. На холостых пока ездит. Эти мотор не заводится, звук должен быть. Так, ребятки, сегодня мы не поймали с Мишаней нифига для гриля. Поэтому мы сегодня не будем есть просто и все. Ничего не поймал, ничего не ешь.
Все, у нас жестко. Разгрузочный день. Завтра мальков наловим с очком. Марли. И сварим уху из них. Пакетом. Ладно, давай, вырубай камеру, доставай курицу, сыр, что там, колбаса у нас. На самом деле кайфово, ребят. У нас тепло на улице. Плюс 18, у нас плюс 24 внутри. Закат, посмотрите, какой обалденный, кстати, закат. Конечно, хорошо отсюда наблюдать его. Какой красивый. Я его даже сфотографирую, в Инстаграм сейчас отправлю. Так, ребятки, будем мы сегодня с Мишкой готовить булугур с овощами. Такая штука. Не знаю. Я уже ел на важе, когда мы ездили. Мишка еще не ел. Ну, мы, короче, сейчас ее заварим. Пахнет вкусно, да, Мишень? А выглядит многообещающе. Да, сейчас мы... Такой типа плова, только из пшенки. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHERP. Ссылка в описании. На борту нашего лайнера будут предложены различные диетические блюда. На борту отсутствует сахар. На борту отсутствуют всякие жиры животного происхождения, особенно свинина. На борту отсутствует масло. И кто попросит что-то из запрещенных продуктов, тот будет у нас с борта исключен, не подходя к берегу. Выдадим жилет. Это такое горе, народ. Просто капец, я не знаю, переживу я это. Ты уж как-нибудь. Это твоя диета питания. Отцы, мы вкусно поели. Он уже темнеет на улице. Сейчас будем ложиться спать. Мишаня сделал клининг тарелкам. Сегодня его очередь, он дежурный. Я готовлю, он моет. У нас завтра еще арбуз. Будем трепать его. На ночь. На ночь арбузик, да? Ой, булгур. Вообще получился бомбический. Мы его скушали. Да, весьма-весьма душевно зашел. Да, вот так скромно мы отметили наше... Первое путешествие на воде. Первое путешествие на воде, да. Как мы уже соскучились. Все дела. По жидкой воде-то. Да. Завтра пойдем здесь движуху наводить. Вот, ребят, не могу не похвастать. Мне супруга подарила на день рождения вот такой вот комплект белья на лодку. Это такая простынь, которая сделана по размеру подушек. То есть все, она с резиночкой и вот так вот одевается на все подушки. Ну, как бы все по размеру сделано. Очень удобно, ничего потом не слазит, не сваливается, все подушки вместе держатся. Вот. Одеяльце вот такое вот. Тепленькое, со всякими якорьками. И наволочка вот с такими маячками. Но это бы ладно все. Так она это у меня сама все сделала. От меня полмесяца пряталась за швейной машинкой. И что-то там шила, делала, мастерила. А это в 8 раз дороже. Нежели бы даже просто было заказано и куплено. Вот так вот. Жена, большое тебе спасибо за подарок. Офигенский.